подпишись на канал. Узбекистан – народный артист Республики Узбекистан. Полное имя Азатбек Ахмадович Назарбеков. Дата рождения 7 мая 1974. Место рождения Шахрихан, Андижанская область, Узбекская ССР. СССР. Страна Узбекистан. Профессии певец. Годы активности 1994. НВ. Жанры поп, поп-фолк. Награды и признание. Заслуженный артист Республики Узбекистан, 2007, народный артист Республики Узбекистан, 2010, премия «Эмамперсантва» 2010 в номинации «Лучший исполнитель года», 2010, народный артист Республики Каракалпакстан, 2012, орден Эл-Юрт Хурмати, 2014, узбекский певец. Народный артист Республики Узбекистан выступает на эстраде с 1994 года. С 2002 года – сольный исполнитель при эстрадном объединении «Узбекнава». В 2007 году окончил Институт искусств ИИМ Маннон Уйгура. Участвует в концертах в дни государственных праздников Узбекистана. С 2003 года выступает с сольными концертами, в том числе на лучших сценах страны. С этого года по сей день является самым успешным певцом узбекской эстрады. Концертная деятельность охватывает все вилаяты Республики Узбекистан, а также включает гастроли в США и России. Записал 11 аудиокассет, 8 видеокассет, серию дисков. В 2011 году написал музыку к фильму «Ася Банда. Узбекский певец». Народный артист Республики Узбекистан. Ты оставь комментарий. Узбекистан. Заслуженный артист. Полное имя Улугбек Ибрагимович Рахматуллаев. Дата рождения 29 января 1982 года. Место рождения Ташкент, Узбекская ССР. СССР. Страна Узбекистан. Профессии певец. Годы активности 2000. Жанры узбекская национальная эстрада. Награды. Обладатель премии НИОЛЬ 2007, премия «Эмамперсантва» 2007 в номинации «Лучший певец года», 2007, премия «Эмамперсантва» 2007 в номинации «Лучший клип года», 2007, премия «Е-апострофтеров» 2014 в номинации «Лучший певец года», 2014, заслуженный артист Узбекистана, 2016, Улугбек, третий ребенок в семье. В самом раннем детстве Улугбек был замечен в одной из изданий Ташкента. С этого момента начинались первые звездные шаги Улугбека Рахматуллаева. По его словам, даже когда он ходил в детский сад, был руководителем музыкальной группы, в состав которой входили девочки. С 1989 года он начал учиться в средней школе номер 265 Юнус-Абадского района Ташкента. В связи с переездом в другой район с 3 класса он продолжил учиться в средней школе номер 8 района Назарбек. Со школьных лет у него появились интерес и любовь к музыке. Он получал только отличные оценки по музыкальным предметам. В очередной раз, в связи с переездом, со 6 класса он учился в средней школе номер 129. В 9 классе он поступил в лицей на Фессанат имени Али Шарановое, который находится в Чиланзарском районе Ташкента, и продолжил там свою учебу. В 1998 году Улугбек снова вернулся в среднюю школу номер 8 района Назарбек. В 1999 году он поступил в Институт востоковедения, факультет истории. Во время учебы в институте осуществилась заветная мечта детства Улугбека. Это было знакомство с его наставником и учителем Фарухом Бадалбаевым. Первую песню он записал в 2000 году в студии Тарона Ричардс. Название песни «Буалам». В результате многолетнего труда с учителем Фарухом Бадалбаевым он научился работать на профессиональном уровне. Первая работа, написанная для Улугбека Фарухом Бадалбаевым, песня «Рим». Эта песня разрабатывалась в течение 9 месяцев. Заслуженный артист Узбекистан, ты оставь комментарий.